И забегая вперед, могу сказать, что двор присутственных мест, в который мы скоро пойдем, был логичным продолжением, потому что наш руководитель, президент Татарстана, он всегда нам говорил: там еще есть двор, обязательно после здания приведите в порядок двор, чтобы он тоже работал для людей. Пойдемте дальше? Да. Мы предлагаем сейчас с вами, предлагаем вам отправиться во двор. Собственно говоря, для чего мы сегодня с вами здесь собрались. Перед тем, как мы зайдем с вами во двор, я просто хочу сказать два предложения о том, что никогда у двора не было такой функции, которая есть сейчас.